самого простого, с разминки, это у нас пальцы здесь вместе, пальцы порознь. Вот, и меняем их местами. Угу. Когда уже мы это сделали, получается без ошибок, переходим ко второму этапу данного упражнения. Для вас это будет зеркально, это будет левая рука для вас, это будет правая рука. Мы левой рукой разжимаем пальчики вместе, закрываем, правая рука, пальцы порознь, закрываем. Одновременно пальцы вместе левой рукой, пальцы порознь правой рукой. Раз, два, три. Угу. Закрываем, теперь меняем их местами. Раз, два, три. Закрываем, меняем местами. Три. Закрываем, меняем, закрываем, меняем, закрываем, меняем. Правой рукой мы делаем один палец, левой рукой два пальца. По хлопку меняем положение пальца. Приготовились. Раз, два, три. Хорошо. Раз, два, три. Отлично. Быстрее. Раз, два, три. Раз, два, три. Три, три. Вот. И вырабатываем данный навык. Левой рукой мы делаем рога, правой рукой два пальца. По хлопку меняем положение пальца. Приготовились. Раз, два, три. Приготовились. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И поехали. Пальцы так, пальцы так. Хлопок. Смена положения пальцев. Здесь уже, в принципе, как ваша фантазия будет играть, можете свои пальцы придумать, как вам уже угодно, но важно закрепить базовый навык по использованию вот этих упражнений. Левой рукой мы делаем безымянный и средний пальцы вместе, мизинец, указательный большой, растопыренный. Есть. Правой рукой у нас два пальца. В общем, делаем как у меня на руках. После мы меняем положение пальца. Приготовились. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Можно делать быстрее, самостоятельно. Как только мы это освоили, мы потом немножко усложняем данное упражнение и выполняем их в горизонтальной плоскости. Левая рука у нас, пальцы средние и безымянные в центре, эти снаружи. И не просто проходят, меняются местами. Меняется местами, меняется местами. Можно где-то быстрее. Есть. Когда мы это уже освоили, можно добавить хлопок. Пальцы приготовились. Проходим. Хлопок. Меняем пальцы. Хлопок. Меняем пальцы. Хлопок. Меняем пальцы. Хлопок. И так далее. Большой палец правой руки и указательный палец левой руки. Они соприкасаются. И идут вверх. Левая рука, большой палец, правая, указательный. Соприкасаются и идут у нас вверх. Очень простое упражнение. Когда мы уже его освоили, можно идти вниз, либо же закрывая глаза. То же самое, можно вверх, можно вниз, разные скорости. Когда мы уже освоили, переходим ко вторым пальчикам. Первый, первый, второй, второй. Первый, первый, второй, второй. Первый, первый, второй, второй. Первый, первый, второй, второй. Можно вверх, можно вниз. Когда мы уже все это освоили, мы переходим ко всем пальчикам обеих рук. Можно считать вслух. Исходное положение приняли. И идем. Первый, первый, второй, второй, третий, третий, четвертый, четвертый. Первый, первый, второй, второй, третий, третий, четвертый, четвертый. Первый, первый, второй, второй, третий, третий, четвертый, четвертый. Освоились, можно закрыть глаза и делать уже снизу вверх. Когда мы это уже освоили, можем выполнять с другой скоростью, комбинируя разные варианты. Снизу вверх, сверху вниз, закрывая глаза и так далее. Левой мы делаем вот такое положение пальца. Все классно, а правой рукой большой палец у нас 5 часа за ладошку и на уровне запястья, вот здесь. По команде 1, 2, 3 меняем положение пальцев. Приготовились. 1, 2, 3. Хорошо. Еще раз. 1, 2, 3. Можно быстрее. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3,
и можно выполнять немножко быстрее. Когда освоились и делаем в среднем раз 10-20 без ошибок, добавляем хлопок. Это выглядит вот так. Большой палец за ладонь, это сюда. Приготовились. Раз, два, три. Приготовились. Раз, два, три. Раз, два, три. Можно быстрее. Можно быстрее. Можно быстрее. Можно быстрее. Есть. Закрепляем. Если для вас по-прежнему это видео было интересным и полезным, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, и дальше будут еще интересные и классные упражнения. С вами был Сергей Остроушко, блог SEO Gains. До новых встреч, пока!